Українська влада послідовно поліпшує інвестиційний клімат в країні, і це знаходить позитивний відгук у представників міжнародного бізнесу. За даними зарубіжних спостерігачів, індекс інвестиційної активності в Україні поступово підвищується. Оцінити цю тенденцію та її вплив на інвестиційну привабливість економіки України ми попросили Томаса Оттена, директора консалтингової агенції Музика Господин Томас, здравствуйте. здравствуйте. Давайте перейдем к нашей беседе. Как вы оцениваете нынешнее состояние инвестиционного климата в Украине? Этот вопрос прямо ответить тяжело, на самом деле, потому что, в принципе, на, можно сказать, что есть э, общие правила, как, например, налоговый кодекс, там есть очень-очень многого, на самом деле. Но, к сожалению, э, законодательство в каким то сфере иногда просто не работает, и об этом надо, э, надо, надо рассказать. Но надо сказать, что законодательство, на самом деле, хорошее, в принципе. Господин Томас, если брать э, такой вот аспект, как, например, подача э, электронной отчетности в электронном виде, э, у нас я только могу говорить в этом случае о Германии, потому что я сам из из Германии. У нас тоже э, электронный отчет нас есть и уже давно. И на самом деле, даже исключительно в принципе электронный отчет у нас, это скажем так сегодня, если я правильно информирован, международный стандарт. И это действительно тоже хорошо, хороший шаг вперед, потому что это. Раньше требовал очень много времени для главных бухгалтеров, идти там налогово и так далее, это стало легче. В этом году украинская власть сделала несколько решительных шагов в направлении либерализации налогового поля. Вот как оценивают мировой бизнес эти шаги? Они, скажем так, особенно как новый налоговый полик поступил, да, Хорошо, потому что раньше было до этого очень много, скажем так, которые противоречат друг другу, что был налог на прибыль, там был регулирование, которое противоречило по НДС, и это сейчас уже нет. Они это исправили с этим и действительно для инвесторов интересно, что ясно, какие ставки через несколько лет будет. Поэтому это хороший шаг был, на самом деле. Да. Господин Томас, я попрошу вас вспомнить э, европейский опыт. Какие из административных барьеров для бизнеса требовали, э, например, в Германии устранения в первую очередь? Как это происходило и э, приходилось ли в странах Европейского союза реформировать судовую судовую систему для э, улучшения э, бизнес-климата? Там я бы сказал, что самое главное – это отличение или разница между три силы власти. На самом деле есть законодательство, есть администрация и есть судов. Они должны быть скажем, самостоятельно все, что не может правительство или как парламент сказать судьям или что сказать судьям как они должны решить и это тут в Украине еще не совсем работает, на самом деле. Если действительно закон ясно и суд только решает, как написано по законодательству, это самый главный момент. Это называется по-английски по "rule of the law", mm -hmm. что этот это принцип самое самое главная, потому что это дает стабильность. Кроме этого, какие еще шаги нужно предпринять украинской власти, но ну, может быть в частности и налоговой системе, для улучшения партнерских отношений с бизнесом? В принципе, тоже, ответ то же самое, что законодательство и работало. Что человек, что бизнес могут сказать, да, окей, так и написано, с этим могу читать, что это работает. Господин Томас, вот, кстати, на днях в Украине вступает в силу новый уголовно-процессуальный кодекс, который, как ожидается, будет способствовать уменьшению коррумпированности между властью и бизнесом. Вот насколько, по вашему мнению, это может привести к улучшению налогового поля и, отношения вообще бизнеса и власти? Эм, на самом деле коррупция тут в Украине, как тоже на вот этот э, doing business in in Ukraine, как там написано э, на рынке действительно проблема есть. Эта проблема, э, скажем так, в налоговом поле не такая большая проблема, как у других э, сферы на самом деле. Но, скажем так, по уголовного кодекса я много говорить не могу, потому что это больше юридический вопрос. Но по поводу коррупции, мне кажется, что этот процесс еще очень-очень долго, потому что там надо менять отношения с этим в голове власть и у каждого человека, потому что много-много людей тут еще читают, что это нормально. Я, я не скажу каждый человек, точно нет. Мы замечаем, что если чем младше людей, они чем меньше они это принимают, что это нормально. Ну, и чем старше, как э, им это э, нормально. Я бы сказал, что на каждый третий человек еще считает, что это нормально. Ну, мы и надеемся по... все-таки, да, да, что, да. И пока поколения... это не меняется, коррупция не уйдет. Томас, как вы считаете, сколько времени нужно Украине для того, чтобы полностью искоренить коррупцию? Сложно ответить, но мой личный мнение минимум 10-15 лет. Если сравнивать с прошлым годом, то э, ваше мнение, коррупция в органах налоговой службы? Это стало меньше. Это стало меньше. Это точно... За счет чего? За счет чего, что если, если э, проверка есть, э, что наши клиенты говорят, что вот, вот такой вопрос можно договориться как-нибудь, уже никто не ни по сторону власт и по сторону э, э, плательщика уже не так часто бывает. Считаете ли вы целесообразным существование налоговых льгот для отдельных видов бизнесов? И что об этом говорит, в принципе, европейская налоговая практика? Существуют ли у вас льготы? Льготы существуют, но в Германии, если я правильно знаю, не так много, как в Украине. На самом деле, общее отношение по поводу льготы, это да, их можно сделать, но их надо ограничить на, скажем так, времени. Если это будет три или пять лет, что вот этот бизнес может раз, развиваться на развитие, бизнеса. на развитие бизнеса, да, это правильно, это хорошо, но не постоянно, не постоянно. Э, я считаю, что это, это э, лучше не сделать, что постоянно только временем. Потому что в принципе государство тоже нарожить им налоги нужен и э, давать везде льготы, это это нереально. Господин Томас, и последний на сегодня вопрос. Чем вас, в принципе, привлекла Украина? Вот, и чем немецких инвесторов привлекает наша страна? Почему приезжают все-таки, вкладывают инвестиции в Украину? Инвестиционная Украина интересны, на самом деле, потому что Украина большая страна в Европе, в которой есть еще очень много возможностей. Смотря, то, что тут живут 40 45 миллионов жителей, это потенциальные клиенты. И поэтому большинство инвесторов приезжает. Не жалеете ли вы, что вы вложили инвестиции в развитие бизнеса на Украине? Нет, на самом деле нет, потому что для меня лично тут очень интересно, на самом деле. Я уехал, могу сказать, из Германии, потому что тут намного больше возможностей и интереснее. Да. Это, в принципе, ответ на... Но это личные, личные отношения с этим. Мне просто интересно было. Спасибо огромное за интересную беседу и за ваши комментарии. Спасибо.